продолжая говорить о науке, отчасти во след тому, о чем шла речь совсем недавно в этом зале, мы сейчас попробуем поговорить о том, в каком смысле, говоря о сингулярности, есть ли проблема экспоненциального роста интеллекта машины, есть ли в этом опасность для человека, и вообще, как можно говорить и думать о будущем. Говорить мы об этом будем с Георгием Леонидовичем Васильевым. Понятно, что разные люди знают этого человека из разных углов. Кто-то знает из банковского угла, кто-то как ученого, кандидата географических наук, кто-то своими уже такими мультимедийными проектами последних десятилетий, от Нордоста до фиксиков. Но сегодня мы будем говорить именно о сингулярности. Как мы работаем? Сначала будет говорить Георгий Леонидович. Все остальные будут молчать. Единственное, может быть, если Георгий Леонидович позволит, в какие-то моменты, конечно, какие-то слова мне покажутся слишком сложными, я, может быть, задавал бы уточняющие вопросы, но не проблематизирующие. А вот уже когда Георгий Леонидович закончит, будет возможность задать вопросы, может быть, даже выступить с комментариями. Единственная оговорка – только с помощью микрофона. Не тогда, когда хочется, а тогда, когда будет поднят рука, у вас перед вами окажется этот самый микрофон. Спасибо. Итак, Георгий Леонидович. Спасибо. Как-то здесь строго выходить на рук. В прошлом году я читал лекции в Московском университете для студентов всех факультетов. Был большой курс, курс обо всем. Меня попросили на этом фестивале прочесть одну из этих лекций. Я ее немножечко сократил, сделал чуть более популярной. И сейчас расскажу о технологической сингулярности. Даже не столько о технологической сингулярности, сколько о каких-то общих представление о нашем будущем, куда мы идем. Итак, перед тем, как отправиться в это путешествие, в будущее, давайте попробуем оценить наши знания о настоящем. Это нам пригодится потом для оценки тенденций. Да, я забыл сказать, что вот эти вот лекции, все 12 штук, они лежат на сайте umium.org, и там же есть список литературы, на который идут ссылки из вот этой лекции, из всех остальных лекций. Если вы интересуетесь научно-популярной литературой, то загляните туда, это очень любопытно, там много хороших книжек. Итак, давайте попробуем оценить вот эти три страны по численности населения. Расставим их в порядке убывания. Сначала самая большая, потом поменьше и поменьше. Проголосуем. Все видно, да? Первый вариант. Россия самая большая, Нигерия поменьше, Бангладеш еще поменьше. Бангладеш знаете, где это? Вот, есть патриоты России. Три человека. Второй вариант. Нигерия самая большая страна, Бангладеш на втором месте. Россия на третьем. Кто за этот вариант? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бангладеш на первом месте. Россия на втором, Нигерия на третьем. Кто за этот вариант? Большинство зала. Видимо, потому что я спросил, где находится Бангладеш. Сережа говорит, что Бангладеш самая большая страна. Бангладеш самая маленькая страна по территории. Всех этих трех. Нигерия на первом месте, Россия на втором, Бангладеш на третьем. Кто за этот вариант? Примерно столько же, сколько за Россию. Коллеги, большинство зала не знает, как на самом деле обстоит дело в мире. На первом месте среди этих стран по населению Нигерия.
На втором месте Бангладеш. И только на третьем месте Россия. Я вам покажу один фокус, географический фокус. Я по первому образованию географ и экономист. Посмотрите, как выглядит обычный мир, нормальный. Нормальная карта мира, вот более-менее привычная карта мира. Вот посмотрите, вот Россия, вот Нигерия, поменьше, да, чем Россия, а вот вот она, Бангладеш. Ее на этой карте почти не разглядеть. А теперь смотрите, сейчас я трансформирую эту карту так, чтобы каждая площадь каждой страны была пропорциональна ее населению. Смотрите внимательно. Опс. Россию видите? Вот эта вот неприличного вида полосочка над Китаем, это и есть Россия. И Пешаевич. Бангладеш, кстати, вот проявилась, да? А Нигерия, смотрите, какая крупная стала. Вот она, Нигерия. Тут написано 170 миллионов, на самом деле там в Нигерии уже сейчас порядка 200 миллионов. Бангладеш примерно 170 миллионов, а в России, как вы знаете, порядка 145 миллионов даже после присоединения Крыма. А вот посмотрите рождаемость. Если население – это тот мир, который мы видим сейчас, то рождаемость – тот мир, который мы увидим через 30 лет. Примерно. Видите, да, что происходит? Вот так выглядел мир. Выглядит мир сейчас по количеству жителей. А вот так – это рождаемость через 30 лет. Европа еще ужмется, Соединенные Штаты ужмутся, Россия ужмется совсем. Зато вырастет Африка, зато вырастет Индия, хорошо, Юго-Восточная Азия вырастет. А теперь, внимание, я показываю, как выглядит мир по богатству, по накопленному богатству населения, граждан этих стран. Смотрите. И что? Еще раз смотрите. Это рождаемость. Это богатство. Огромная Европа, огромные Соединенные Штаты, огромная Япония. Совсем почти не видно Африки. Совсем почти не видно Южной Америки. Азия очень сильно похудела. Австралия в статистике просто, она такая, она одна средняя, поэтому не меняется. Что можно, запомните эту картинку, запомните, вернее, не картинку, а эту пару картинок, потому что это очень наглядное представление того, в каком мире мы живем. Мы живем в дико поляризованном мире. В дико поляризованном мире. Причем, сейчас я вернусь в презентацию. Так, не могу вернуться в презентацию, сейчас секунду. А последнюю кнопочку. Вот она. Вернулся в мою презентацию. Вот эти картинки, они показывают степень проблемности мира, в котором мы живем. На самом деле, вот эти, казалось бы, разрозненные проблемы, с которыми сталкивается мир, проблемы гастарбайтеров, мигрантов, террористов, национально-освободительных войн, проблема беженцев, которые переплывают из Африки в Европу, а Европа не знает, как с ними бороться, и слетают правительства одно за другим. Проблема
Трампа, которая вдруг неожиданно появилась на почве борьбы с мексиканцами и сирийцами. Вот весь этот набор, огромный набор, казалось бы, разрозненных проблем, они все коренятся в одной фундаментальной проблеме – колоссальном социальном неравенстве между странами, между людьми. Согласно исследованиям, которые были проведены фондом борьбы с миграцией, с фондом борьбы с бедностью. У нас технологическая сингулярность. Да, простите, пожалуйста, никаких вопросов сейчас. Нет, есть. Подождите, сейчас мы придем к сингулярности. Технологическая. Не волнуйтесь, сейчас мы придем к технологической сингулярности. Согласно исследованиям фонда борьбы с бедностью, 1% населения Земли по богатству превзошли 99%. 8 богатейших людей планеты владели имуществом, богатством, равным имуществу половины населения планеты. Что с этим делать? Рецепты были очень простые. Давайте всех сделаем либеральными, демократическими, везде ведем демократию, рынок. И, собственно, по этому пути пошел весь мир. Однако оказалось, что не получается. Не получается, потому что как только неграмотное темное население начинает голосовать, власти приходят диктаторы, популисты, и вся эта демократия, весь этот рынок никак не работает. Это было во всех странах, практически во всех странах Азии, Африки, Латинской Америки. Вот эти перетрубации ощутили на себе все эти страны. Казалось, что нужно работать с культурным уровнем. Появились вот глобальные инициативы. Например, богатейшие люди планеты, Уоррен Баффет и Билл Гейтс, образовали так называемый фонд. Вернее, дали клятву дарения, образовали, то есть они обещали все свое имущество, ну, подавляющую часть своего имущества после смерти завещать на благотворительные цели. На культуру, на образование, на здравоохранение, на науку, пытаясь таким образом повлиять на вот эту вот колоссальную проблему социального неравенства. К этой клятве присоединилось уже более 100 миллиардеров, в том числе некоторые миллиардеры из России. Но спасет ли это мир, я очень сильно сомневаюсь. Потому что скорость, с которой происходят вот эти преобразования, с которой действуют вот эти инициативы культуры, они опаздывают по отношению к технологическому развитию, которое мы сейчас наблюдаем. Я не буду останавливаться на всех аспектах современной технологической революции, но расскажу о нескольких тенденциях, которые связаны с информационной революцией, которую мы сейчас переживаем. Ну, виртуально дополненной реальности, вы знаете, это практически одна и та же технология, когда к объектам реального мира добавляются виртуальные объекты. И мы сейчас с вами переживаем очень серьезный этап развития человечества. Если первобытный человек имел дело в основном с природой, с дикими зверями, с дикими растениями, то человек, скажем, 1000 лет назад, 2000 лет назад, в основном жил в сельскохозяйственной среде. То есть его окружали поля, домашние животные. Мы с вами в результате индустриальной революции, мы с вами живем в техногенной среде. Видите, где мы сидим? Здесь нет ничего естественного. Мы постоянно, на 90% времени своего проводим в искусственной среде, пользуемся искусственными вещами, может быть, 95% этого времени. Нас ожидает переход в виртуальную реальность. Мы уже сейчас очень значительную часть своего времени тратим на свои жизни, тратим на общение с виртуальными объектами.
И эта тенденция глобальная. Она многими воспринимается как болезнь, например. Болезнь детская. Считается, что это... Считается, что компьютерная или там, интернет-зависимость – это некое психоневрологическое расстройство, и от него надо лечить. Недалеко то время, когда от этого психологического расстройства придется лечить все человечество, потому что мы постепенно перемещаемся в виртуальный мир. Еще одна очень сильная тенденция – децентрализация. Первый яркий пример этой тенденции – это криптовалюта. Собственно, что произошло, когда возник биткоин? Как вы знаете, в интернете до появления биткоина информация не была товаром. Ну, информация вообще имеет такое свойство, она не уменьшается, если ее делиться. Если вы разделите 10 рублей на двоих, то у вас останется 5. Если вы поделитесь своей информацией, у вас останется столько. А если нет ограничения, если этот ресурс не ограничен, то он не может быть предметом экономики. Потому что экономика, вся экономика построена на ограниченности ресурсов. Ограниченности денег, ограниченности труда, ограниченности технологий и так далее. Получалось, что в цифре, в виртуальном мире экономики быть не могло. До появления биткоина. Идея очень простая была. Использовать технологию шифрования. Хеширование. Да? Хеширование – это когда в соответствии к какому-то файлу ставится, ну, по определенному алгоритму обрабатывается какой-то файл, ему в соответствии ставится 64-значный хэш-код. Таким способом можно зашифровать монету, можно зашифровать документ, можно зашифровать информацию о проведенной сделке. Собственно, биткоины начали эту идею эксплуатировать. Зашифровать можно, а вот расшифровать по хэш-коду, по хэштегу нельзя. То есть в обратную сторону этот алгоритм не работает. Это позволяет защищать информацию. А раз вы можете защитить информацию, она превращается в экономический ресурс. Или, как говорят в бизнесе, в актив. Вот, собственно, что произошло с биткоином. Появилась криптозащищенная валюта. Валюту, которую нельзя подделать, тем более, что информация о сделках с биткоинами хранится сразу же в распределенном регистре. Реестре хранится сразу же на миллионах компьютеров. То есть даже если вы поделаете на 2-3, это все равно проблема не решает. И биткоин – это была только первая ласточка. Оказалось, что если можно защищать валюту, виртуальную валюту, то почему нельзя, например, защищать сделки с этой валютой и делать эти сделки автоматически? Или почему нельзя защищать какие-то гражданские акты? Ну, например, регистрировать браки таким же способом, как вы регистрируете сделки. Да, пожалуйста. Вот уже, пожалуйста, счастливая пара, она зарегистрировала свой брак в блокчейне. Блокчейн – это вот технология регистрации сделок, да, в интернете. Криптозащищенная технология регистрации сделок. Но если можно регистрировать такие сделки, как брак, например, то почему не регистрировать, например, сделки автоматически реализуемые? Ну, например, там, мы с вами поспорили, какая завтра будет погода. Вы говорите солнце, я говорю дождь. Мы с вами пишем маленький код, маленькую программу, в соответствии с которой, если солнце, я вам плачу 100 рублей, если дождь, вы мне платите 100 рублей, причем эта сделка проходит автоматически с вашего счета, там, скажем, Сбербанковского списывается на мой счет или в обратную сторону автоматически.
По данным, скажем, мы договорились с Гисметео. Машина сама заходит на сайт Гисметео, смотрит, какая погода, и переводит деньги с моего счета на ваш, с вашего на мой. Так называемый смарт-контракт. Смарт-контракт. Далее пойдем. Если так можно, то почему нельзя, например, более сложные контракты делать смарт-контрактами? Ну, например, учредительные документы какого-нибудь предприятия. Ну, зачем нам собрание акционеров? Если есть по бухгалтерии прибыль, давайте эту прибыль автоматически распределять среди акционеров. Не надо никаких собраний акционеров. Вот есть алгоритм, он автоматически приходит и распределяет. Вы думаете, я фантазирую? Нет. Вот эта страсть к ICO, так называемым, слышали, да? Это initial coin offering, то есть это размещение криптовалюты, размещение криптоакций на бирже. Сейчас бум в мире, бум. И многие государства не знают, что с этим делать, потому что рынок акций выходит из-под контроля государства со всеми положительными и отрицательными последствиями. Люди не знают, что с этим делать. Банки выходят из-под эмиссия валют выходит из-под контроля, эмиссия ценных бумаг выходит из-под контроля государства. Регистрация банков выходит из-под контроля государства. А более того, я вам скажу, если рассуждать таким образом, то почему не перевести в алгоритмы, не перевести вот на такое управление и само государство? Почему нет? Я вам очень рекомендую почитать статью в Википедии, которая называется «Жидкая демократия». Смешное название. «Жидкая демократия». Там реализована идея транзитивного делегирования. То есть каждый человек на основе такого смарт-контракта может передать право своего голоса по определенному вопросу на определенное время, может передать другому человеку, которого он считает экспертом в этой области. А тот может передать свои голоса еще кому-то. И таким образом, не вообще раз и навсегда, я голосую за эту партию, и эта партия, значит, делает дальше потом своим голосом что хочет, или это депутат, или это фракция, да? А конкретно по этому вопросу, этому уважаемому человеку, на определенное время. И в любой момент я могу отозвать свой голос и передать его другому человеку. Представляете? Рушится вся политическая система, если такая штука реализуется. Вся политическая система. Ни партий, ни фракций, ни депутатов. Что произойдет? Что произойдет в этом случае? Трудно себе представить. Почитайте. Очень любопытная статья. «Жидкая демократия» называется. И вот это вот, что вы говорите? Сейчас мошенничают, так сказано, мошенничают. Дискуссия снимается. Это после. Да. Идем дальше. Так называемые цифровые зеркала. Это одна из четырех тенденций, о которых я хотел рассказать. Что это такое? Рекомендую книжку Питера Домингоса, или Педро Домингоса его зовут. Специалист по искусственному интеллекту, по глубокому обучению, он обратил внимание на то, что все мы существуем в виртуальном мире в виде, ну, раньше говорили аватары, а сейчас вот он употребляет такое слово, в виде цифровых зеркал. Банки знают что-то о нас. Интернет-магазины что-то о нас знают, поисковые системы о нас что-то знают, социальные сети о нас что-то знают, силовые органы о нас что-то знают, и все о нас что-то знают, каждый по кусочку. Кстати, недалеко то время, когда эта информация начнет объединяться, и тогда неизвестно, что вообще произойдет. Но представьте себе,
Если мы существуем, если мы, ну, если, да, система знает о нас уже больше, чем мы знаем сами о себе. Мы очень часто прислушиваемся к рекомендациям поисковой системы или интернет-магазина, когда он предлагает нам купить это или заглянуть сюда, и нас это уже не ущемляет, хотя по большому счету это наступление на нашу свободу, но мы добровольно на это идем. Уже да, прошла информация этой весной о том, что Google Duplex, появилась такая услуга, появился сервис, который за вас может, скажем, записаться на прием в парикмахерскую или заказать столик в ресторане. Причем Google демонстрировал это, как это происходит, звоните. Вот только что предыдущий лектор рассказывал о тесте Тьюринга, да, о том, что скоро это произойдет, или вот уже произошло. Вот, пожалуйста, функционирующий сервис Google. Человек, уже не человек, бот, звонит в ресторан, договаривается, спрашивает, можно ли у вас заказать столик, определяет время, определяет там количество мест, согласовывает какие-то дополнительные условия, и служащий ресторана не понимает, что он говорит с ботом. Но самое интересное в этом не то, что служащий не знает, что он говорит с ботом. Самое интересное, что бот знает, чего вы хотите. Он за вас это делает. И недалеко то время, и вы добровольно уступаем вот это наше право принятия решения, человеческое право принятия решения алгоритмам. И недалеко то время, когда мое цифровое зеркало будет беседовать с вашим цифровым зеркалом, не уведомляя нас, о чем мы договорились, передоговариваясь, зная наши вкусы, зная наши тайны, маленькие, зная наше расписание. Представляете? То есть у нас машина, ну не машина, а алгоритм, будем говорить правильно, алгоритм постепенно отбирает право принятия решений. Вот. Тенденция, с которой мы сталкиваемся уже сейчас и которая будет набирать обороты в ближайшее время. Вот четыре основополагающие тенденции, которые радикально поменяют наш мир в ближайшем будущем. И, вернее, это было три, и вот последний, четвертый, искусственный интеллект. Я подробно на этом останавливаться не буду, потому что только что вас пугали, ну, тем, кто был на предыдущей лекции, вас пугали всеми этими ужасами восстания машин, искусственного интеллекта. Я только хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас искусственный интеллект уже выглядит не так, как на картинках предыдущей лекции, как вот здесь нарисовано. Искусственный интеллект – это не робот. Это не робот с электронными мозгами. Искусственный интеллект, мы уже это понимаем, это алгоритм. Алгоритм, который может быть реализован на суперкомпьютере, а может быть реализован на сети, которую, как, на множестве компьютеров, которую вы даже не сможете локализовать, вы даже не будете понимать, где он работает. В прошлом году прошла очень шокирующая, для меня шокирующая информация, и, честно говоря, я вздрогнул, когда услышал про новый алгоритм Гугла, да, британское подразделение Гугла, которое называется DeepMind, но создало алгоритм, который называется AlphaZero. Я принадлежу к поколению, которое еще умело играть в шахматы. И я с загоранием сердца в свое время следил за матчами Карпов-Каспаров, Фишер-Каспаров. Я помню это. Я помню, с каким замиранием сердца вся планета, вся шахматная общественность планеты болела за Каспарова, когда он играл против компьютера Deep Blue в 90-х годах. Вот.
есть люди, которые помнят это. Да, кто-то помнит это? Да, помнят. Да, есть люди, которые помнят это. Как мы болели, скажите, да? Как мы болели за человека, и как мы... Какой был отбор? Когда Каспаров проиграл. Ну, знаете, я себя убедил в том, что это была нечестная игра. Потому что по описанию за вот этим вот так называемым суперкомпьютером Deep Blue сидели 4 гроссмейстера международного класса, которые учили его, как правильно играть против Каспарова. Они анализировали партии Каспарова, как играет Каспаров, и перенастраивали эту машину, этот алгоритм, чтобы он, в конце концов, выиграл у человека. Ну, же непонятно. 4 против 1, это нечестно. Так что произошло в прошлом году? Да, за эти там сколько произошло, прошло? Лет 20 уже прошло, уже людей вычеркнули, то есть люди в своем загоне, это как спорт есть, мужской и женский, да? У женщин свои рекорды, у мужчин свои рекорды. Так точно так же в шахматах произошло. Человека отделили от компьютера. У человека свои рекорды в шахматах, у компьютера свои рекорды. Чемпионат мира среди компьютеров происходит сам по себе. И там с переменным успехом выигрывает то одна, то другая машина. Ну вот, одно время чемпионом был Stockfish такой. Алгоритм. И вот, алгоритм AlphaZero, в который были загружены базовые правила шахмат, и больше ничего человек не прикасался к обучению этого компьютера. Он 4 часа играл сам с собой. Играл сам с собой. Все. Никакого человека. Через 4 часа этот компьютер уже был в состоянии выиграть у чемпиона мира среди компьютеров Stockfish. Ну, считайте на сумму, ни одну партию не проиграл, по-моему, там 64 на 36 чемпионов. Представляете? То есть человек уже не учил машину. Машина сама научилась играть в шахматы лучше не только человека, но и машин, обученных человеком. Это уже первый звонок технологической сингулярности. Что же это такое? Ну, наверное, вы все знаете, слышали этот термин. Ну, на всякий случай повторю. Что такое сингулярность? Сингулярность, ну, в математике, сингулярность – это неопределенность. Ну, типа деление на ноль. Что такое? Как представить себе деление на ноль? Это сингулярность. Или, например, мы не знаем, что происходит внутри черных дыр. Это гравитационная сингулярность. Что произойдет, когда компьютер станет умнее человека? Он тогда сможет, еще в 60-х годах прошлого века была дискуссия, и айтишники, тогда еще они так назывались, пришли к выводу, что если человек в состоянии сконструировать машину умнее себя, то эта машина сможет построить машину умнее себя, а та машина сможет построить машину умнее себя, и так далее. То есть искусственный интеллект начнет развиваться по такой траектории и в такую сторону, что человек уже просто не в состоянии будет понимать, о чем эта машина думает, чему она учится. И самое интересное, что эта машина уже ничему не сможет научить человека, потому что, что человек может объяснить обезьяне? Ну, что-то, наверное, может, если специально его подучить, да? Но каких-то глубин искусства или науки обезьян уже не постиг. Да? В меру своей способности. И человек тоже будет в меру своей способности постигать то, что придумают компьютеры. Когда это наступит? Ну вот, недавно в разговоре кто-то ссылался на крупного специалиста, недавно вот я как раз на эту тему беседовал, сказали, что лет через 80. Но большинство экспертов в этой области сходится на том, что сингулярность наступит в 30-40-х годах нашего века. То
То есть мы все до этого, надеюсь, доживем. Я думаю, что это не будет просто щелчок, выключаем, что включилась сингулярность. Нет. Это будет происходить потихоньку, понемножку, слабый искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект, как нам только что рассказывали. Да? Вот такие вещи, как чемпион там, AlphaZero, как Google Duplex, вот такие вещи будут постепенно ползать в нашу жизнь. Есть два глобальных сценария, что может произойти в результате технологической сингулярности. Ну, первым сценарием нас уже сегодня пугали. Это сценарий порабощения. Машина станет умнее человека, ее цели могут войти в конфликт с целями человека и закончится все тем, что машина человечества либо поработят, либо уничтожат. Хочу сказать, что не обязательно все будет так трагично, как в «Матрице» или там, в «Терминаторе», когда машины будут просто уничтожать людей и навязывать им свою волю. Нет. Все может произойти гораздо более просто и бескровно. Вот как в моем примере с цифровыми зеркалами. Мы добровольно будем сначала потихонечку расставаться со своими прерогативами принятия решений, потом все больше, 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 а потом просто из лени скажем, думай за нас. Решай за нас, мы на все согласны. Это будет абсолютно бескровно и добровольно. Это первый сценарий. Второй сценарий интереснее, и он более современный. Если пример первого сценария, вы видите, да, я в качестве примеров взял фильмы из прошлого века, «Терминатор» и «Матрицу», то второй сценарий, я называю его сценарий сращивания, он уже иллюстрирован более новыми фильмами, ну, не такими новыми, и, может, тоже лет по 10-15, но вот когда они появились, когда они коснулись этой темы, это было новое слово. Сращивание. Человек не будет стоять на месте. Машина развивается, искусственный интеллект развивается, но человек тоже будет развиваться. Благодаря генной инженерии, медицине, нейрофизиологии, информатике, человек может переселиться в искусственное тело. Или удлинить свою жизнь, или поумнеть, или обзавестись какими-то искусственными органами, или срастись с компьютерной сетью. Мы сейчас вот эти вот ужастики, мы с вами посмотрим, что из этого может получиться. Этот сценарий очень интересный и не такой трагичный для человека, как порабощение роботами, уничтожение роботов. Первую скрипку здесь играет Евросоюз и Соединенные Штаты. Обама, еще будучи президентом, он объявил о создании новой программы, которая называется Brain Initiative. Программа называется Brain. Европейцы тоже объявили о создании, о начале такой крупной, очень крупной, многомиллиардной программы по изучению человеческого мозга, которая называется Human Brain. Эти две программы обещают стать прорывными, точно так же, как в конце 90-х была прорывная программа по расшифровке генома человека. Тогда в эту программу были вложены немыслимые по тем временам деньги, немыслимые. Но в результате того, что был полностью расшифрован геном человека, мы сейчас наблюдаем взрыв активности не только в науке, но и в индустрии, в производстве, и в медицине, и в биотехнологиях, мы наблюдаем просто взрывной рост. Поэтому Обама, когда запускал вот этот проект, торжественно открывал проект Brain, он сказал, что каждый доллар, вложенный в эту программу Brain, обернется 145 долларами дохода для американской экономики. Очень точно считал, сколько именно долларов получит американская экономика от этого.
На самом деле, надо бы и нам тоже поучаствовать в какой-то такой программе, потому что это явно магистральное направление. Чем отличаются эти две программы? Программа Brain изучает реальное строение человеческого мозга. Препарирует человеческий мозг и изучает связи между нейронами. Это очень-очень важная информация. Вот эти все системы искусственного интеллекта, базирующиеся на глубоком обучении, что такое глубокое обучение, это когда нейроны выстроены нейроны искусственного интеллекта выстроены слоями, так они выстроены в человеческом мозге. Информация обрабатывается в одном слое, передается в другой слой, обрабатывается, передается в средний, обрабатывается, в третий обрабатывается, и так далее, и так далее, и так далее. Ошибочно, да, но находчиво. Вот. Для того, чтобы изучить вот эту структуру человеческого мозга, запускаются вот такие широкомасштабные и коннектон, да, как говорят в этой сфере. Для того, чтобы изучить связь в человеческом мозге, коннектон человеческого мозга запускается вот этот проект Brain. Проект Human Brain. Это большая инновационная модель мозга. То есть пытаются сымитировать работу человеческого мозга, процессы, которые происходят в человеческом мозге, с помощью суперкомпьютеров. Кстати, того же самого, который выиграл у Каспарова, который называется Deep Blue. Параллельно с этой работой по изучению человеческого мозга идет колоссальная совершенно работа по гибридизации человека. Я сейчас приведу некоторые довольно шокирующие факты, но, наверное, те, кто с ними знаком, будут так шокированы, а те, кто не знаком, наверное, испытают те же чувства, что и я, когда впервые об этом прочел. Вы, наверное, знаете, что видеть можно не только глазами. Еще в 60-е годы появились первые приспособления для слепых. Они были довольно неуклюжими. Слепому человеку на спину укладывали такую матрицу из поршневков, и на эту поршневую матрицу передавалось видеоизображение, так что поршневки отпечатывали на спине в первом приближении это изображение. То есть осязание выполняло функции зрения. Почему это возможно? Да по той простой причине, что мозг – это электрохимическая машина. Тот сигнал, который через датчик, через сенсор, через глаз, через ухо, через спину, да, через кожу попал в мозг, он уже представляет собой вот этот вот электрический-химический сигнал. И по большому счету все равно от такого датчика пришла эта информация. А мозг – это удивительно адаптивная штука. Оказывается, что если вот подавать такую информацию через органы осязания, зрительную информацию, то мозг постепенно начинает ее интерпретировать как зрительный образ. Сейчас уже существует модификация, ну, та же самая идея, на язык делается накладочка, и электродами, электрическими укалываниями человеку сообщается информация от видеокамеры. Человек видит языком. Возникает вопрос, если можно заменить зрение каким-то осязанием, да, то почему, например, нельзя заменить естественное зрение искусственным датчиком, искусственным сенсором. Оказывается, можно. Можно. И сейчас уже существует. И многие, там, десятки тысяч уже людей, может быть, больше, я не знаю, живут вот с такими имплантами, когда вместо естественного глаза к нему подключается видеокамера, вместо уха микрофон. И информация, определенным образом кодированная, вводится в слуховой или в зрительный нерв, соответственно. Через некоторое время человек
начинает воспринимать эту информацию как, соответственно, зрительную или слуховую, интерпретировать ее. Пойдем дальше. Если это возможно, то почему нельзя заводить в мозг информацию прямо из интернета? Ну, почему там прогноз погоды, который мы сегодня с вами вспоминаем, да? Заводить этот прогноз погоды прямо в мозг. Через некоторое время человек научится интерпретировать эту информацию подсознательно. Он даже не будет знать, откуда он ее взял. Он просто будет знать прогноз погоды на завтра. Или биржевые котировки. Почему нет? Мозг – это удивительно адаптивная система. Идем дальше. Если можно использовать искусственные сенсоры, то почему нельзя использовать искусственные актуаторы? Руки, ноги. Почему нельзя пальцы? Оказывается, можно. Принцип абсолютно тот же самый, только в другую сторону. Через некоторое время мозг, если в него вживить нервную систему человека, вживить искусственную руку, как здесь показано на фотографии, то через несколько месяцев мучений, прямо скажем, это очень сложно, через несколько месяцев мучений человек научается этой искусственной рукой, этим манипулятором вполне сносно работать. Вы видите двух человек, которые пожимают друг другу искусственные руки. Это люди, которые прошли соответствующее обучение. Они управляют никакими кнопочками, они управляют своими руками, искусственными руками, силой мысли. Это не фантастика. Вы видите, это фотография реальных счастливых людей. Да, я открою вам небольшую тайну. Нервы идут к человеческому мозгу. Да. Что? Коллеги, не сейчас. И потом только организовано. Коллеги, я скажу, когда можно будет задавать вопросы. Итак. Я прошу прощения, видимо, я очень сильно возбуждаю часть аудитории своей информации. Держите себя в руках. Досидите до... Все когда-нибудь закончится. До конца лекции, и потом у вас будет возможность высказать свои вопросы и возмущения. Вот. Да. Но перед тем, как экспериментировать на людях, эту технологию проверили, естественно, на животных. Здесь были достигнуты еще более удивительные результаты. Например, был проведен эксперимент, когда обезьяна, находящаяся в Америке, управляла силой мысли своей искусственной рукой, которая брала банан в Японии. Нет? Непонятно. То есть обезьяна подключена искусственной руке, но обезьяна находится в Америке, а рука находится в Японии. И обезьяна силой мысли управляет своей рукой, которая находится в Японии. Аватар, да? Только уже реализованный аватар. Все. Это уже реальная технология. Наука внедряется не только в сенсоры и актуаторы, но и непосредственно в святая святых, в человеческий мозг. Пока там развиваются эти крупномасштабные проекты, проекты Human Brain, происходит какое-то такое локальное уже воздействие, очень успешное. Вы, наверное, слышали про транскраниальную стимуляцию. Это когда электрическим или магнитным полем воздействует на определенные участки человеческого мозга, что позволяет либо лечить какие-то болезни, либо достигать каких-то преимуществ. Например, человек, надев такой шлем, может прекрасно справляться с какими-то сложными задачами. Недавно читал какую-то статью научно-популярную, в которой корреспондент, надевший этот шлем,
совершенно в потрясении рассказывал корреспондентка, рассказывала, как она раньше никогда не играла в игры, а тут она надела этот шлем, оказалось, что она прекрасный стрелок. Она там всех перебила, причем даже не заметила, как прошло время, 20 минут она стреляла, за 20 минут положила несколько тысяч врагов там, в этой компьютерной игре, и не представляла, что она на это способна. Вот что говорят эти транскраниальные стимуляторы. Они используются сейчас довольно активно для улучшения когнитивных способностей и для военных целей, естественно. Для военных целей. Не только электромагнитная стимуляция, электрическая магнитная стимуляция, но и химическая стимуляция совершает, ну, сейчас рывок. Раньше, вы, наверное, знакомы с этим, с такой болезнью, не знаю, раньше болезнь не считали, как это называется, дефицит. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Да, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это тоже связано, впрочем, с компьютерными играми очень часто. И вот раньше его вообще за болезнь не считали, говорили, а человек рассеян, что с ним. Потом стали лечить, стали давать какие-то витамины, какие-то препараты. Оказалось, что помогает. А потом оказалось, что если те самые препараты давать здоровому человеку, то его способности улучшаются. Он лучше может сдать экзамен, например. А если ты можешь лучше сдать экзамен, то ты получаешь преимущество в жизни, правда? И возникает, или если ты лучше делаешь уроки, то там более сосредоточенный, то ты больше добьешься в жизни. И родители начали давать своим детям вот эти препараты. В Соединенных Штатах это уже проблема, реальная проблема. А если половине дают, то почему же вторую половину не давать? Она же получается в невыгодном положении. То есть это реальная проблема. Проблема вот такого стимулирования мозга. Мы находимся буквально в шаге от практической телепатии. Уже существуют системы, которые позволяют считывать с помощью электродов, с помощью датчиков электромагнитной активности мозга, позволяют считывать слова, которые человек думает, ну, пока при побукленном произнесении, но зато со 100% вероятностью. То есть, если человек думает по буквам слова «мы-а», то вот эта система 100%, со 100% вероятностью угадывает, что человек думает слово «мама», несмотря на то, что он это слово не произносит. Правда, для того, чтобы это технология работала, нужно человеку вскрыть череп и положить сетку электрод прямо на открытый мозг. Yeah. Желающих нет? Есть реальная технология. На самом деле никто не пострадал специально. Эти опыты проводятся с больными, которым череп уже вскрыт, которым по медицинским показаниям требуется такая операция. Вот, естественно, согласие этих людей. Но телепатия практически возможна, это уже доказано. В общем-то, это вопрос времени, вопрос технологии, более тонкие электроды, не повреждающие человеческий мозг, или более умное программное обеспечение, которое точнее расшифровывает электромагнитное излучение, которое идет от мозга. Но телепатия оказывается уже вполне практическим делом. Да, хочу вам сказать, что доказательством того, что это практически эта технология имеет абсолютно практическое значение, может служить вложение, которое делает в эту область, в разработку интерфейса мозг-компьютер, американское агентство, научно-техническое агентство, которое занимается вооружением ДАПРА. Может быть, вы слышали? DARPA. Defense Advanced Research Project Agency. DARPA.
Оно вкладывает порядка 3 миллиардов долларов, по неподтвержденным данным, вот в эту разработку интерфейса мозг-компьютер. Что же нас ждет в результате? После того, как все это произойдет, нас ждет, видимо, довольно неминуемая перспектива. Наши мозги будут встроены в интернет напрямую. Что это значит, я не знаю. Я только знаю, что вот этот интерфейс, которым мы сейчас пользуемся, который называется смартфон, он через некоторое время будет сильно усовершенствован. И, возможно, нас ждет появление некой глобальной человеко-машинной сети, в которой мозги будут встроены непосредственно в интернет. Я слышал разные названия для этой сети. Кто-то называет это интермозгонетом, кто-то называет это брейнетом. Вот я так, мне нравится слово мозгонет. Но что при этом произойдет с тайной частной жизнью, что при этом произойдет вообще с мышлением, с чувствами, если люди смогут читать непосредственно мысли друг друга, я, честно говоря, не знаю. Но, видимо, что-то подобное в нашем веке уже произойдет, потому что, какой же брокер откажется от возможности напрямую подключить свои мозги к котировкам, к биржевым котировкам? И какое колоссальное преимущество получает перед своими друзьями и соперниками. Параллельно с информационной революцией, параллельно со сборкой вот этой структуры, которую я назвал мозгонет, происходит... Что? Извините. Коллеги, еще раз напоминаю. Вопросы будут позже. Идет улучшение всего тела человека. Благодаря технологиям клонирования, выращиванию органов из стволовых клеток, благодаря медицинским нанороботам, благодаря генной инженерии, генной терапии, происходят очень серьезные изменения в теле человека. В ближайшее время будут происходить. Все это происходит благодаря тому, что человек хочет жить дольше, благодаря тому, что человек хочет быть здоровым. Поэтому если можно увеличить генетическую болезнь, если можно избежать генетического заболевания, то почему не сделать этого уже до рождения ребенка или первые месяцы после рождения ребенка, если это возможно? И это правильно, с точки зрения каждого родителя, это понятно, это правильно, это хорошо. Но возникает вопрос, когда эти технологии появятся и будут уже общими доступными или, по крайней мере, доступными, почему не использовать те же самые технологии для получения каких-то преимуществ? Помните, так же, как я приводил пример с амфетаминами, да? Почему не получить какое-то преимущество для своего ребенка? Почему не сделать его умнее, чем другие дети? Какое-то конкурентное преимущество в жизни, да? Или почему не сделать его длинноногим, чтобы он, или там, высокого роста, чтобы он был баскетболистом, или сделать ему широкие ступни, чтобы он был отличным пловцом, как Фелпс. Почему не воспользоваться всем этим? И, видимо, будут пользоваться. И, видимо, такие генетические изменения тел будут происходить. Очень трудно будет удержаться людям, которые имеют такую возможность, от того, чтобы не улучшить себя или свое поколение, своих потомков генетически. Не улучшить их тела, не улучшить их умственные способности. И вот тут мы возвращаемся к самому началу моей лекции. Вы вспомнили эту картинку? Вот она вся загвоздка. Если раньше, там, в 18 веке или там, лет еще назад,
Разница между богатыми и бедными — это была имущественная разница. Конечно, была разница в культуре, безусловно. Там богатым было доступно, доступно образование, было доступно культура, бедным нет. Но в принципе это был один и тот же биологический вид человека. И нищий мог оказаться умнее принца. И при определенных условиях, если работают социальные лифты, так называемые, да, любой человек, если он талантливый, если он энергичный, он мог добиться успеха, теоретически. По крайней мере, у него был шанс добиться успеха. Потому что это расслоение было социальным, было культурным, но не биологическим. А вот сингулярность, о которой мы сегодня говорим, может привести к тому, что это различие станет биологическим. Те люди, у которых есть возможность стать лучше или улучшить своего потомка, они это сделают. А вот те, у кого не будет такой возможности, окажутся в другой расе, а может быть и в другом виде. Это очень серьезная опасность, с которой может столкнуться человечество. Я не знаю, опасность, не опасность, как к этому относиться. Но может оказаться, что нас ждет разделение как минимум на два вида. Вида суперлюдей, вот примерно таких. И обычных нас, обычных человеков. Правда, некоторые люди, некоторые исследователи, вот, например, Питер Фоменко, за которым я сегодня говорил уже, он считает, что, скорее всего, произойдет разделение на несколько видов. Ну, почему, собственно, нужно строить какие-то сложные сооружения для того, чтобы осваивать Марс или осваивать глубины океана? Почему, например, не построить вот таких вот людей, которые будут плавать в океане? Или каких-то других людей, которые смогут жить в условиях Марса. Может быть так. Будут ли они скрещиваться с обычными людьми, не знаю. Технологический прогресс сам по себе, он неплох, не хорош. Смотря как его использовать. К сожалению, 20 век показал, что технологический прогресс может приводить к жутким, совершенно кровавым бойням. Ведь почему произошли многие революции? Да потому что появилась возможность идеологически воздействовать на большие массы людей через телеграф, через газеты, через радио, через кинематограф. Почему произошли страшные войны, типа мировых войн? Потому что сначала появились пулеметы, колючая проволока, химическое оружие, потом танки, потом самолеты, потом атомные бомбы, слава богу, она не применяется. Но уже того, что мы изобретали в 20 веке, достаточно для того, чтобы загубить там десятки миллионов человеческих жизней. Это происходило потому, что технологический прогресс давал в руки, ну, скажем так, безнравственным политикам и каким-то другим деятелям, давал мощнейшее оружие. И для того, чтобы... Это опасность, когда вот эта опасность была отмечена еще в начале 20 века, был такой замечательный мыслитель, гуманист Альберт Швейцер. Он сформулировал тогда принцип благоговения перед жизнью, и он сказал, что он сформулировал принцип, согласно которому нравственный прогресс должен опережать технологический прогресс, и в этом случае можно не бояться технологического прогресса. Это все очень правильно, и в 20 веке это отлично работало. Но мы сейчас уже в 21 веке, и, к сожалению, этот принцип уже не совсем работает. Да, у нас есть наглядный пример. Изобрели атомную бомбу, ну, два раза применили, и, слава богу, больше ни разу с тех пор. Бухнули, ужаснулись, и все страны согласились, никакой ядерной войны, иначе нас всех сотрет с лица земли. С оружием понятно. Оружие – это плохо. Мы все согласны, все правительства согласны с тем, что оружие плохо, особенно оружие массового уничтожения, с ним нужно бороться. Но обратите внимание, нынешняя технологическая революция, не
говорит об оружии. Она не создает оружие. Она печется. Она печется о благе человека. Сделать человека более здоровым, дать человеку, сделать человека более могущественным, более умным, более умелым и сделать его жизнь более продолжительной. То есть все ради человека. И ради войны, ради человека. Но от этого вот эти технологические изменения, о которых я говорил, они не менее опасны. Если уж мы заговорили о продолжительности жизни, буквально еще два слова о том, куда это идет. Я не буду говорить там про заморозку глубокую, это все смешно. Но вот факт остается фактом. Продолжительность жизни, среднее продолжение жизни людей на Земле в последние годы растет. И сейчас очень быстро растет, вы знаете, да? Буквально на год, за каждые два года растет средняя продолжительность жизни на Земле. Происходит это благодаря, конечно, улучшению питания, улучшению здравоохранения, здоровому образу жизни, который исповедуется в здоровых странах. Причем, да, но оказалось, что вряд ли она будет вот так расти бесконечно. Почему? В журнале Nature в 2015 году была опубликована статья, в которой анализировалась статистика не только по средней продолжительности жизни, но и по средней длительности жизни долгожителей. Оказалось, что при том, что средняя продолжительность жизни людей растет, довольно быстро. Средний возраст долгожителей остается примерно один и тот же. Начиная, к 120 годам долгожители практически полностью вымирают. То есть, видимо, существует некий естественный предел человеческой жизни, где-то около 100 лет примерно, да? То есть до 100 лет еще можно улучшать человеческую, увеличивать продолжительность человеческой жизни благодаря различного рода технологическим улучшению качества жизни, здравоохранения и так далее. Да? А дальше уже все-таки наступает некий естественный предел. Конечно, наверное, его можно преодолеть, но, видимо, уже теми искусственными способами, о которых я рассказывал. И основная проблема сейчас для нас и для всех, кто будет жить в будущем, основная проблема в том, что полностью изменилось представление о человеческом возрасте. Если во времена Гиппократа дал первую классификацию людей по возрасту, если во времена Гиппократа, по-моему, если не изменяет память, да, у Гиппократа, по-моему, возраст с 43 до 60 лет это была уже старость, то по последней классификации Всемирной организации здравоохранения 25-44 года – это молодой возраст, 44-60 лет – это по Гиппократу это уже старость, это средний возраст по современным представлениям, 60-75 – это пожилой, и только 75-90 – это старческий возраст. Мы все будем жить в мире очень сильно постаревшем, с другой системой ценностей. К этому нужно будет готовиться, к этому готовится рынок. И все-таки нас всех мучает вопрос, а нельзя ли приобрести истинное бессмертие? Можно, есть множество проектов, как это сделать. Самый диковинный – это техническое бессмертие. Если действительно проект Human Brain, европейский проект, сможет построить полную модель, имитационную модель деятельности человеческого мозга. То есть человеческий мозг полностью будет сэмулирован на компьютере. Пусть на таком мощнейшем компьютере. Это, кстати, изображен самый мощный компьютер в мире. Догадайтесь, где он находится? В Китае. Вот там даже его написано. Не знаю, что означает. Вот. Предположим, на таком компьютере или каком-то еще более мощном компьютере можно загрузить туда полный коннектор человеческого мозга, то есть полностью все связи между нейронами человеческого мозга, и таким образом имитировать человеческую личность.
Представляете, да? То есть человек со всеми его чувствами, со всей его памятью сможет, может жить внутри вот такого черного ящика. Это вообще полный привет. Я даже не представляю, как к этому относиться, потому что, ну, скажем, если стереть эту программу из этого ящика, будет считаться убийством человека? Или если скопировать эту программу? Что-то такое вообще уже начинается, как начинается трудно переварить. Ну ладно, от этих странностей уйдем и вернемся. Я хочу закончить на этом слайде свое выступление. Вернемся к основной теме. Сингулярность, что нас ждет. Да вот, видимо, это нас ждет. Не знаю, согласитесь вы с этим или нет, хотите вы это или не хотите. Но похоже, все идет к тому, что планета фактически превратится в единый сверхорганизм, в котором функции вот этого глобального мозга будет выполнять такая человека, мозгомашинная, человекомашинная сеть. В идее или мемы, как сейчас говорят, да, в этой сети, в этом мозге будут распространяться фактически со скоростью человеческой мысли. Люди приобретут новые органы, естественные, искусственные, они станут, многие из них станут сверхчеловеками в нашем понимании нынешнем. Вот примерно что нас ждет в технологическом отношении, а вот какие из этого последуют социальные и этические проблемы, и как придется как к ним относиться, как их решать, это уж как мы с вами договоримся. Все. Спасибо большое. Как мы сейчас работаем? У нас мало времени, поэтому очень лаконично и так далее. Обдумайте пока лаконичность, я позволю себе только отвечу сказать. Всегда, когда я что-нибудь веду, я очень активно участвую, начинаю задавать свои вопросы, возражать и так далее. Здесь я этого делать не буду, потому что мне есть что возразить примерно по 50% сказанного, поэтому просто не буду. Итак, пожалуйста. Ну, Добрый. Спасибо за лекцию. Вопрос такой. Чего мы боимся, да, если наша экологическая система, которая сейчас есть, да, она не выпустит просто у нас далеко за рамки того, что у нас уже есть. Да, у нас есть две ноги, две руки и все остальное. То есть мы не можем далеко убежать от этого всего. Чего мы так боимся? Спасибо. Ну, давайте лаконизм туда-сюда. Да, я лично ничего не боюсь. Я рассказываю то, что может произойти, а дальше бояться этого или не бояться, это дело каждого человека. Кто-то боится сильнее, кто-то не так сильно, кто-то наоборот радуется тому, что все это произойдет, потому что он видит уже сейчас свое место в будущей жизни. Что касается количества рук и ног, то я считаю, что две руки, две ноги – это не предел. Спасибо. Где-то там есть руки? Да, хорошо. Здравствуйте. Тоже благодарю за лекцию. У меня первый вопрос короткий. Читали ли вы романы Питера Уотса? Если читали, как относитесь к той картине будущего, которая там возложена? Второй вопрос чуть подлиннее, но тоже короткий. Вот, допустим, мы загружаем человека в компьютер. Как вы считаете, остается ли это тоже сознание, или этот человек остается таким же только для внешнего наблюдателя, а сознание, жившее в мозге? Спасибо. Не читал романы этого автора, поэтому ничего сказать не могу. По поводу технического переноса сознания в компьютер. Сейчас в науке главенствует, наверное, гипотеза, по крайней мере, она активно проверяется, гипотеза, что мысль человеческая – это паттерн нейронной активности, да? То есть мысль возникает не в самом нейроне, а на стыках между нейронами, на связях между нейронами, вот в этой активности нейрона. Если это так, и больше ничего в мышлении нет, кроме паттернов активности, то тогда, да, наверное, технически возможно перенести эту активность на другой субстрат. Компьютер, силикон, да, или что там будет, квантовый компьютер,
знаю, что там будет, да, к этому моменту. Наверное, это технически возможно. Будет ли это настоящим человеком? Ну да, если эта гипотеза верна, вот да, это будет тот же самый человек. То есть вы его классифицируете так? Хорошо. Если да, гипотеза верна. Стоп, только микрофон. Да. У меня такой простой вопрос. Вот, насколько мне известно, подавляющее большинство революций, войн и всяких таких плохих потрясений произошли из-за упертости начальников в их и правоте, из-за стремления, скажем так, власть имущих, но если не к беспределу, то близкому к беспределу чему-то. И технологические и вот эти все вещи, про которые говорились, они на этот вопрос никак не влияют. Этот вопрос уже много тысячелетий, скажем так, никак не решается, и поэтому у вас и войны, и многие другие проблемы. Типа трата половины ресурсов на... Быстро! Соответственно, технологическая сингулярность не может нас пугать или какие-то там проблемы создавать. Понятно, нас убьют власти раньше всех стран. Спасибо. А ваше отношение? Как вы относитесь к этой интерпретации, к этому вопросу? Я произнес, вот, когда говорил обо всем этом, я как раз именно эти слова и произнес, что сами по себе технологические изменения не плохи и не хороши. Все зависит от того, какие руки попадают. Но, понимаете, какая штука? Все идет к тому, что руки могут оказаться самыми разными. Mm-hmm. Да. Спасибо за лекцию. Вопрос, какие вы видите самые существенные, на ваш взгляд, барьеры по пути к технологической сингулярности? Там невозможность, например, перейти от частного интеллекта к общему искусственному и так далее. И вообще, видите ли вы тут барьеры? Я, честно говоря, не вижу технических проблем, технических барьеров. Тем или иным способом превосходство искусственного интеллекта над человечеством будет достигнуто рано или поздно. Уже в определенных сферах достигается. Что может оказаться сложнее всего? Сейчас. Скорее нужно говорить и после подобных лекций, да, вот, у людей чаще возникает вопрос, а нельзя ли поставить искусственный барьер на пути вот такого технологического развития, чтобы, не дай бог, все это не случилось с нами. Вот если так полировать ваш вопрос, можно я так полировать? Будет два разных вопроса. Один, можно ли поставить искусственный барьер, а другой, какой качественный скачок вам кажется самым трудным? Об этом вопрос, так? Да. То есть два вопроса. Да. Еще раз отвечаю на ваш первый вопрос. Я не вижу принципиальных сложностей технологических, потому что все это случилось. Ну, по крайней мере, вот с тем уровнем понимания проблемы и с теми данными, которые у меня сейчас есть, я вижу, что все развивается практически линейно туда. Вот. Что касается искусственных барьеров, то мне кажется, их поставить будут пытаться. Будут пытаться запрещать законодательно что-то еще, там, типа ГМО, да? Но практически это невозможно, потому что, поймите, речь идет о человеческом здоровье, речь идет о человеческих способностях, и речь идет о продолжительности человеческой жизни. И за это любой человек отдаст все, что угодно, да? Для того, чтобы, я не знаю, преодолеть любые барьеры для того, чтобы добиться успеха в этих областях. Спасибо. Да, спасибо большое, очень интересно. У меня вопрос такой. Какое направление вы бы вложили свои деньги, какое направление для вас является наиболее перспективным? Ну, как бизнесмену. Предположим, у вас есть возможность. У вас есть возможность свой личный какой-то специальный венчурный капитал куда-то вложить. Куда из того, что вы перечислили или не перечислили, вы бы его вложили? Думаю. Вы еще не придумали? Вы знаете, это заманчиво. Просто все это очень заманчиво. Мне как предпринимателю очень хочется попробовать и там. Я боюсь, что мне не хватит денег. Не в одной, пока в вине. В себя. Понятно. То есть нет очевидных приоритетов? Да, пожалуй. Спасибо. Пожалуй. Дальше. Ну и второй вопрос. Как вы считаете, невозможно ли манипуляции
Ну, вот про искусственные барьеры тут сейчас был уже вопрос. Искусственные манипуляции именно с биоинженерией. Там несколько раз кого-то сделать хуже специально, кого-то лучше тоже специально. Я думаю, что они не только возможны, но они неизбежны. Неизбежно. Так же, как сегодня, так же, мы сегодня обсуждали возможность взлома искусственного интеллекта с помощью другого искусственного интеллекта, точно так же злоупотребление неизбежно. И, к сожалению, пока они не случатся, люди не смогут их предотвратить далее, да, придумать какие-то меры противодействия. Так. Вопрос сюда и дальше. А, ну и я бы обязательно приходил в другие части тоже зала. Об этом, насколько он предвидел, насколько устарел. Вы зрите в корень. Мой курс на географическом в Московском университете, там были все студенты, кроме географов, как раз назывался «Человек и ноосфера». И это, собственно, была завершающая лекция, в которой было показано, что, по сути дела, ноосфера превратится в единый сверхорганизм, мыслящий сверхорганизм. Вернадский понимал ноосферу несколько по-другому. Он понимал ноосферу как ближе к техносфере, то есть это часть ноосферы, которая затронута деятельностью людей. Но вот его современники, собственно, не он придумал слово «ноосфера», придумали французы, да, но вернее вместе с ним, например, в его время. Вот. А вот эта французская школа, она считала с самого начала, что ноосфера – это не просто затронута человеческой деятельностью часть Земли, а это мыслящая оболочка Земли. Вот в этом смысле то, к чему идет человечество, соответствует учению по ноосфере. В этом смысле. Так, дальше. Да, добрый вечер. Коротко, ваше отношение к крионике, возможно ли в будущем оживление тел, замороженных до сейчас сотни тел человечества? Спасибо. Вопрос понятен. Ну, лично мое отношение отрицательное. Я бы не хотел попасть в морозилку. И, честно говоря, сомневаюсь, что когда-нибудь это произойдет. Все, дальше. Вот человек просит. У нас один вопрос говорит, можно? Он очень часто. Как в этой всей парадигме будет развиваться межязыковая коммуникация? Сохранится ли вообще естественный язык? Или вот молодой человек спрашивает, может быть он упростится до какого-то математически простого языка, сохранится? В общем, что будет с языками? Да, что будет с языками и межязыковой коммуникацией вообще? Если вы имеете в виду с развитием телепатии? С развитием технологии. Ну, языковая тема – это вообще отдельная тема. Я просто боюсь даже в нее углубляться. Но вы знаете, наверное, что тенденция сейчас очень простая. Каждый год выбирает несколько сот малых языков. И пока перелома тенденции не видно. По крайней мере, языков будет становиться все меньше и меньше, а вот заменятся человеческие языки на машинный язык, это я сказать не могу. А в ноосфере мы как общаться будем? На каком языке? На английском. Боюсь произнести это слово на английском, чтобы не выглядеть неподрядично. Понятно. Вопрос. А у меня вопрос по поводу временных рам. Как дедаизм эксперты определяют, когда все-таки сингулярность наступит? Чем они руководствуются и стоит ли им вообще верить? Не знаю. Существует даже университет.